Химках продолжают возведение жилого комплекса «Речной». В обустройство прилегающих территорий включат участок дороги, который соединит улицы Ватутина и Кирова. Однако жители соседних домов обеспокоены тем, что их могут оставить без парковочных мест. Если будет дорога, смотрите, вот этих парковочных мест тоже мы лишаемся. Нужны парковочные места. Нужно перестраивать тогда школы или пристраивать новые. И нужно еще детский сад. Чтобы учесть все мнения жителей, создали специальную рабочую группу. В нее вошли инициативные жители, подразделения администрации, депутаты Совета депутатов и представители застройщика. На одной из первых встреч обсудили вопрос загрузки улицы Кирова из-за подвоза строительных материалов. Мы выслушали жителей, поставили задачи застройщику, чтобы он подумал над альтернативным въездом крупногабаритной техники строительной на площадку. Протокольным решением ему установили сроки. Вот, на следующей встрече обязательно послушаем, как он видит эту ситуацию, чтобы облегчить и не затруднять существующее движение на улице Кирова. В ходе встречи рассмотрели все предложения инициативной группы. Проблемы решаемы. Инфраструктуру и парковки сохранят.